научиться отказывать простяким. Родители воспитывали в стиле: пребывай, сынок, в доброй силе, отдай последнюю рубаху ближнему, были атеистами. А рассуждали по-божьему. Я легко друзей завожу, не брут. Всегда готов помочь, когда позовут. Не конфликтный я и не жадный, без лукавства и всем ладный. Обычно начинается все хорошо, но вдруг время хорошее прошло. Окружение садится прямо на шею, свесив ножки на то, что могу и умею. Не могу вовремя сказать «нет». Ситуаций много, у каждой ответ. Видопритягиваю присосок. Ладно, помогу как способ. Видимо, я бесхребетный. Да, я в помощи ответный. И что поделать с этим? Как с этим жить на свете? Как научиться отказывать просящим? Как научиться отказывать просящим?